Весенняя генеральная уборка столицы республики продлится в Вишкар-Оле с 6 апреля по 7 мая. А 21 и 28 апреля состоятся общегородские субботники. Как сообщили нам в мэрии, задача – собрать и вывести скопившийся за зиму мусор. Правда, признают власти города, сделать это только силами коммунальных служб вряд ли возможно. Поэтому к работе должны подключиться товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, учреждения, предприятия и организации столицы. Уже сейчас городские власти обращаются к руководителям организации предприятий и ко всем жителям Вишкар-Олы принять активное участие в наведении чистоты и порядка в городе.